Всех приветствую на канале Unforest. Сегодняшнее видео будет о моей колонии Harpignus saltator. Приехали они ко мне в начале этого лета, 4-5 июня, составом 12 рабочих и 1 самец. Целые 2 недели они от стресса не ели и не заходили в жилой модуль, а тусовались на арене. На тот момент я считал, что все плохо, но вот наступила 3-я неделя, и все рабочие ушли в гипсовый блок. Начались поединки за доминацию. Эти поединки длились 2 недели, но рабочие уже стали активно кушать и охотиться на тараканов. Прошло еще немного времени, и появились первые яйца. И каждый день их становилось все больше. Было понятно, что гомергата уже выбрали, но неизвестно, очень активный, был ли он вечно голодный. Надеюсь, на данный момент выйдут рабочие, уже не вылупились личинки. Так как они растут еще 3 месяца, невероятно очень хочу. При появлении личинок рабочие стали более активны. Само поведение у рабочих этого вида очень интересное. Но что самое крутое, это размер, охота и зрение. А также они умеют прыгать. Кормлю я их раз в 3 дня по одному среднему туркменскому таракану. Когда я открываю крышку, все рабочие сразу видят это. И разведчики выбегают на арену. А когда замечают кинутого мной живого таракана, на него напрыгивают, парализуют, заносят в гнездо и вместе кушают. Очень надеюсь, что получится поднять этих потрясающих муравьев. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какие видео вас больше интересуют, историю про моих колоний или информативные видео про мои колонии. Ну а сейчас со всеми прощаюсь, до новых встреч!